Всем привет! Вы на канале «Мои рецепты» и с вами Людмила. Салат-щетка – уникальное блюдо на основе свежих овощей для тех, кто хочет сбросить лишние калории. На терке для корейской морковки натираю свежую морковь и свеклу, капусту шинкую ножом. Солю и перчу по вкусу, по желанию можно добавить кориандр, а также зубчик чеснока. Выдавливаю сок из одного лимона, это приблизительно 2-3 столовые ложки, и заправляю оливковым маслом. Перемешиваю. Для более выраженного вкуса можно добавить сахар. Хорошенько перемешать и сразу подавать на стол. Готовый салат перекладываю в емкость с крышкой и храню в холодильнике. Через несколько дней он еще становится вкуснее. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Будьте здоровы! Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч!